Друзья, снова знакомим вас с нашими новостями. Денек сегодня ветреный, на Владивосток с юга заходит шторм, а нам до начала дождя было бы неплохо разгрузить новенький Мэри Фишер от верфи Жанно. Совсем недавно мы показывали такой катер на борт-шоу и там же сделали подробный обзор этой модели. Если кто не видел, обязательно посмотрите, ссылочка будет в описании. Катера самолетами возить не принято, и к нам он приехал на трехосном прицепе вот за этим тягачом. Сейчас нам надо перегрузить катер на машину и отвезти к себе на базу. Работа уже привычная, катеров в этом году перевезли немало, в том числе на выставку «Владивосток Boat Show». Возможно, кто-то из вас на выставку приехать не смог. Мы приглашаем посетить наш магазин на Змеинке. Покажем катера, ответим на вопросы и расскажем про оборудование и моторы. Мы готовим лодки под ключ от киля до клотика, и в большинстве случаев катером можно пользоваться уже в день покупки. Сезон в разгаре, работа в боксах кипит, устанавливаем моторы, подключаем приборы, собираем водометы, на которые в этом году неплохой спрос. В общем, работай не ленись, и все будет хорошо. Подписывайтесь на нас в Telegram, заходите на сайт, звоните по телефону, мы открыты для общения и всегда рады помочь в выборе лодки мечты.